Так, всем привет, дорогие друзья. Вы на канале «Китаец отличился». Меня зовут Руслан. Вообще не хотел записывать, но, блин, оно надо. Честно слово, надо. Сейчас я тут кое-что сделаю. Данные свои личные. Отсюда. Забыл данные личные убрать, то есть включу личные данные. Вообще надо, вот, чтобы с этими тварями бороться, не дай бог, что-то там не так, потом просто не предъявите. Так, предъявим, конечно, если что-то там нарушено, предъявим. Вы из названия поняли, показывайте. Ну, давайте покажу. Вот такой планшет GG. Это у нас DEXP. Вот тут маркировок, в принципе, нету. Это DEXP, короче. На него тач. Я говорю, мне без разницы, я заказываю с Китая запчасти, ремонтирую, но приходит вот так, то есть. Видите, этот пенопластовый кейс, он абсолютно продавленный здесь. И вот здесь, это с той стороны, и у него нарушена жесткость. Поэтому приходится снимать материал. Маленько темновато будет, сразу извиняюсь. У меня еще тут особо не светло в квартире сегодня. Утро, время. Надо сразу все это дело решить. Давайте откроем, посмотрим. Ну, блин. Почта России, я не знаю, может, деревянные контейнеры упаковывать начну. И то, наверное, они будут ломать на дрова, блядь, разбирать. В таком состоянии мне первый раз приходит пенопластовый кейс. Вообще ни разу такого не было. Блин, смотрите, крышку покажу. Как проломана крышка. Даже ребра жесткости не помогли, крышку проломило. Ой, дай бог все целое, клиенты ждут уже давно. Извиняюсь, сейчас я маленько сброшу, тут звонят. Смотрите, вот тут тоже все треснуло, блин, вот эта почта России выдает вообще, я не могу. Где у нас тут начало, где конец? Не, ну китаец знал, куда отправляет. Пупырки намотал, красавчик. Блин, ну хоть бы спасла. Ну, знаете, с виду так-то целый вроде бы. Насколько я вот его сейчас вижу, с виду тач целый. Даже в пленочках. Давайте попробуем подкинуть, проверить его работоспособность вообще. Блин, ну не хотел записывать. Вот товарищу приходится выкладывать такую шнягу. Потому что Почта России любит нас подкалывать. А это все время, клиенты все это время ожидают. Как бы, ну и так, у нас запчасти сейчас идут не меньше месяца с Китая. Сами понимаете, 2 месяца ждать девайс с ремонта, как бы, ну нет ни у кого желания. Да и мне самому. Оно же копится, лежит, место занимает нормально так. Все вот эти планшеты, они же, сука, большие все. Так, ну вроде подкинул тач. Сейчас посмотрим, он включенный должен быть. Да, он включенный. Так, ага, ноль эмоций вообще. Так, куда там, где там у меня объектив, ноль эмоций. Так, сейчас еще раз посмотрим. Нет, все подключено. Так, тут должна быть кнопка Reset где-то, я так полагаю. Ну что-то я ее не вижу здесь, кнопки этой, нигде. И отверстия нету под нее. Давайте попробуем так выключить. Через зажатие. Так, где там у меня объектив-то? Со стола неудобно снимать вообще. Сейчас посмотрим, выключится. Да, вроде выключился. Может быть, после перезагрузки заработает тач. Будем надеяться. Ссылка, кстати, на тач в описании. Ну, Почта России, блин, это вообще ужас. Надеюсь, вам придет получше, чем мне. Но, тем не менее, вроде бы не разбит. Дай бог, рабочий бы еще был. Вообще было бы хорошо. Ой, китайские планшеты эти вообще. Никто не берется ремонтировать. Блин, в городе никто не берется ремонтировать. Мне одному только вот больше всех надо, я берусь. Давай, стартуй, чудо. Так, сейчас картинка получше, по-моему, достала на камере. О, видели? Как
Какое-то застолье тут у нас. Ну, давай, не виси. Какие не тупые эти планшеты китайские. Декспы. Давайте вот так попробуем. Опа, отвалился. Угу, интересно. Почему так отваливается вот в этом месте? То есть так-то все работает. Нажимается, о, приложение главное выдает, а вот, дал сдвинуть. Ну это, мне кажется, планшет сам. А может и нет. Ну да, сам планшет мозг компассирует тут. 100% к бабке не ходи. Ну, слава богу, работает. Вам, товарищи, спасибо за просмотр. Обязательно лайк поставьте. Я старался тут, распинался тут на столе у себя на рабочем. Так что с вас лайк. Подписка, кто не подписан. И до новых встреч. С вами был Руслан. Вот такая вот у меня лапа. Пока-пока. Кстати, грязная.